метафизика красоты. Мы приехали сюда, кто-то с вопросами, кто-то с людьми. И мы прожили прекрасные 12 дней на берегу этого чудесного моря в прекрасном Крыму. И эта жизнь была легкой, солнечной, красивой. Мы узнали друг друга, мы узнали себя, мы узнаем еще многое. Я надеюсь, что эти встречи будут повторяться здесь, в Крыму или в других местах. Главное, что мы несем в своем сердце. Главное, чего мы хотим. Главное, чего мы готовы достичь.